Всем приветики. Я хотел бы вам показать, как можно заставить спичку гореть дольше. Обычно вы зажигаете спичку и держите ее вот так. И она довольно-таки быстро сгорает. Видно, как быстро чернеет палочка. Как прям огонь быстро перемещается. Вот. Но можно заставить ее гореть дольше. То есть вы зажигаете спичку и поднимаете ее вверх. И тогда видно, что вот палочка не так быстро чернеет, а более помедленнее. Это все из-за того, что огню нужно еще прогреть верхнюю часть. И огонь не спеша спускается. Но надо наклонять палочку, потому что иначе огонь потухнет. Вот. И таким вот образом получается, что спичка горит дольше. Благодаря тому, что ей нужно еще верхнюю часть прогреть. А так оно, получается, сразу перемещается и сжигает всю спичку быстро. Можно даже попробовать провести эксперимент. Взять две спички, одновременно их поджечь и одну боком оставить, а вторую поднять вверх. Только нужно как-то это так сделать, чтобы они не мешали друг другу. Так, зажигаем. И мы видим, что действительно вот эта, которая, ой, горячая, была ровная, она уже сгорела. А та, которая наклонена была вверх, она до сих пор горит. Все. Ну и вот та, которая улетела, она прям успела мне пальцы зацепить огнем. Вот так что вот наглядный пример того, что такая спичка горит быстрее, чем такая. Ну, то есть положение. Такой вот эксперимент и одновременно лайфхак. Ну, а на этом все. Всем покедово.